мне не к лицу и не по летам. Пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви. Второй день международного Пушкинского фестиваля «Друзья, прекрасен наш союз» был наполнен музыкой и чувствами. Своим прочтением давно знакомых строк делились с публикой школьники из разных уголков Брестской области и российской столицы. Кто-то из них на литературном мероприятии впервые, кто-то уже успел стать желанным гостем, приезжая на форум во второй, третий раз. Пушкинский фестиваль я уже участвую второй раз, в том году было, понравилось очень. И вот интересно показать и себя, и посмотреть, на что способны другие участники. И Пушкин актуален и в наши дни, и хочется посмотреть, как каждый участник, каждый человек произносит и как показывает его произведение. Я люблю читать стихи, мне это интересно. Мне было интересно посмотреть на участников, которые сегодня выступают и еще будут выступать. Ежегодно в стенах Пушкинского университета на протяжении целой недели проходит литературный форум. Многочисленные лекции, открытые мероприятия, мастер-классы уже стали неотъемлемой частью большой программы. Также традиционно проходит конкурс эссе и плакатов, в котором молодые люди могли в прямом смысле слова показать свое видение творчества Пушкина. Рисунки были размещены на третьем этаже второго корпуса вуза. Но не только этим отметилось пятое юбилейное мероприятие. В 2015-м у литературного форума появился свой гимн. Приятным сюрпризом и новинкой этого года стало то, что создан гимн фестиваля. Он вчера впервые был исполнен. Мы будем его, конечно, сейчас играть на каждом из конкурсов, каждый день. А в замыслах наших еще и создание эмблемы фестиваля. Впереди еще три насыщенных дня. За это время гости литературного форума смогут принять участие в интересных мастер-классах и встречах, пообщаться и, конечно же, еще глубже познакомиться с произведениями великого русского классика, строки которого не теряют актуальность на протяжении столетий.